На самом деле это такая весьма и весьма общая схема, которая основана на данных южнокорейской статистики, канадской статистики. Речь идет о вот этих соотношениях, которые, в общем, достаточно идентичны и в системе натуральных показателей, и в системе стоимостных показателей. Из этого следует, что если вот буквально половина или какая-то доля всего, что возводится в стране, принадлежит инфраструктурной сфере, то вот то, что как бы называется домами, делится приблизительно таким образом. Большая часть, 60–70% возводимых квадратных метров, это жилье. Вот так устроена, так выстроена сегодня практика подряд. Дальше идут коммерческие объекты, куда входят коммерческие центры, больницы и все остальное. Дальше идут производственные, дальше вот все другие. Иными словами, если мы пытаемся оценить теперь, где возможно использование дерева, ясно, что прежде всего это жилое строительство. Дальше, в общем, вот я там пишу возможное применение, допустимое применение, эпизодическое применение. Но все-таки основная область это деревянное строительство. Значит, из тех 83–82 миллионов квадратных метров жилья, которые у нас в стране строятся, вы знаете, почти половина, приблизительно половина, это то, что называется индустриальное строительство, многоквартирные дома и квартиры, а другая половина, это так называемый ИЖС. Это кустарная, плохо организованная, ведущая за средства граждан, без ипотечной поддержки, полузаконная, серая и так далее. Вот такое действие, довольно странное. Но 40 миллионов жилья люди таким образом через коленку строят, и это, конечно, гигантская доля. Огромная совершенно, если учитывать, что, опять же, государственной официальной поддержки всего этого, включая там отвод земли и так далее, все это не имеет. Это чисто инициатива наших сограждан. И надо сказать, что самое поразительное, что никто толком не пытается как проанализировать и осознать, в общем, все происходящее. На самом деле это выбор народа, это выбор людей, самой активной его части, тех, кто действительно дееспособны, тех, кто может считать деньги, и тех, кто знает, что в этом сегменте, в желтом, условно говоря, они за свои рубли получат в 3 раза больше квадратных метров, чем в квартире. Не говоря уже о том, что покупая квартиру, они понимают, что это как автомобиль. Да? Капитализация будет падать, на следующий год дешевле и так далее. А капитализация индивидуального жилищного строительства, она подтверждается владением землей. Потому что главным ресурсом, мы с вами должны это понимать, является бесспорно земля. И вот это и есть основной и преимущественный сегмент, в котором деревянное строительство не только возможно, но и необходимо. И здесь практически у него никаких конкурентов нет. Значит, что происходит у нас вообще в стране? Вот начиная с 2015 года, если мы посмотрим, страна жила в дереве, деревянной была Россия. И сегодня, если бы мы использовали нынешнюю терминологию, это были зеленые города, это были выполнены в зеленые технологии, энергосберегающие, какое угодно, ресурсосберегающие, из возобновляемых источников все это как бы добывалось и питалось. И дальше начинаются всякие замечательные изменения. Значит, период индустриализации, период коллективизации дают, 1955 год, где-то порядка 30% только каменного жилья или многоквартирного и относительно многоэтажного, а остальное это, тем не менее, деревянное жилье. Что происходит в 1955 году и почему именно это время мне представляется ключевым и предельно важным? Отчасти я могу вам просто рассказать, не знаю, о событиях моей семьи. Отец мой строил авиационные заводы, работал на авиационных заводах, и в 1945 году, в 1944 году он мне рассказывал, что они уже получили приказ Министерства авиационной промышленности о переходе на гражданскую продукцию и начали изготавливать так называемые финские домики. Если вы посмотрите, чем занималась Академия архитектуры в это время, начиная с 1943–1944–1945 годов, это были дома, выполненные, прежде всего, это были индивидуальные дома, индивидуальное строительство из местных строительных материалов. Вот страна, лежащая в руинах, страна, которая прошла через вот эти тяжелейшие кошмарные испытания и так далее, начала выстраивать свою политику именно таким образом в области массового жилья. А дальше все вам известно, дальше Фултоновская речь Черчилля, дальше изменения, дальше снова, значит, надо было делать уже ракеты и все остальное на этих самых заводах, и, к сожалению, они забыли, в общем, забыли об этом. Вообще авиация была тогда вся она деревянная, фанерная, поэтому легко было эти дома производить. И много домов таких, значит, они сделали, даже под Звенигородом, где-то отец мой рассказывал, значит, такой они городок построили. А дальше 1955 год. Никита Сергеевич сильно ненавидел, конечно, товарища Сталина, все это ему, так сказать, не нравилось. Поехали люди смотреть по миру, чего делали, и больше всего понравилось, конечно, значит, вот эта программа французская этого панельного жилья, 4-5-этажного, что и полегло или стало основанием всей нашей программы индустриального домостроения. Вот оттуда все наши беды начались. А дальше это повлекло с собой не только сам тип дома, но и образ жизни, и многое-многое другое, включая, да, значит, соответствующее поведение, значит, в отношении сельского хозяйства и многие-многие другие, значит, безобразия от этого дела пошли. И вот в итоге этого сегодня мы имеем ситуацию, которую в третьем этом самом столбике, здесь по 40 лет идет приблизительно, значит, вот это вот все. В третьем столбике мы имеем следующее, когда 70% с лишним нашего жилья — это многоквартирные дома. Многоквартирные дома. Что это значит? Это значит, ну, не буду я сейчас долго вам рассказывать, но такого строительства нигде в мире больше нет. Вот эти заборы из панельных или каких-то непанельных домов давно уже люди перестали строить. Не строят их. В общем балансе национального фонда жилья, национального жилого фонда, если угодно, количество вот этих квартир, так называемых, многоквартирных домах разного свойства, арендного, такого, сякого, собственного, занимает где-то порядка, не более 50% от точно. В самых, что ни на есть, урбанизированных странах. И если говорить о том, каковы перспективы здоровой, нормальной, вообще говоря, ткани расселения, то они связаны, прежде всего, конечно, с восстановлением этого баланса. Иными словами, политика, правильная политика, разумная, эффективная политика, политика, основанная на, повторяю, ресурсах, сберегающих каких-то технологиях, на создании нормального семейного жилья, на диверсификации жилого фонда, на создании новых типов жилья, если угодно, она связана прежде всего с тем, что мы должны изменить резко баланс в пользу другого типа зданий, других домов, абсолютно, с другой ценой, с другой стоимостью совершенно, иначе создаваемых, по другим технологиям и так далее. Значит, вот если говорить о 1935 год, вот идеально было бы нам хотя бы иметь вот такую историю приблизительно. Значит, что у нас сегодня происходит? В странах Евросоюза от самых бедных до самых богатых где-то от 35 до 75 приблизительно метров на душу. Америка — это 70 метров на человека. Российская Федерация 23 считается. Где-то больше, где-то меньше, но вокруг этого. Значит, но в чем наши беды? Потому что национальный фонд распределен крайне неравномерно. Понимаете, крайне неравномерно. То есть для нас норма является, когда 3 поколения семьи живет в одном доме, в одном месте, когда нет комнаты у каждого члена семьи самостоятельной. И дальше вот около 70% жилищ по разным оценкам, по разным. К сожалению, в общем, статистика у нас на сей счет, она, как говорят, очень лукава, но тем не менее нуждается в ремонтах разного уровня, то есть имеются в виду текущие ремонты, капитальные ремонты и так далее, и так далее. Те самые, которые поддерживают, формируют качество жилого фонда. Вообще жилье у нас как бы не сильно ремонтопригодное. И занимаясь проектированием жилья, люди не всегда думают о том, что произойдет с ним через 10, 15, 20 лет. И те, кто проектирует, и те, кто это жилье покупает, к сожалению. Ну и, наконец, цена одного метра квадратного жилья несопоставима с доходом среднестатистической семьи. И это все значит, что жилье у нас недоступно. Что делать? Ну а делать ясно совершенно нам надо. Нам надо увеличивать объемы ввода, снизить цену, повысить качество. Можно это путем, естественно, диверсификации, в том числе и подходов, в том числе и создание новой индустрии дерева. Подчеркиваю, именно индустрии дерева. Вот так, как была создана в свое время индустрия железобетонного дома, панельного дома, точно так же надо создавать всеми силами, всеми доступными средствами индустрии дерева. Дерево сегодня действительно, я в этом отношении с вами совершенно солидарен. Это тот материал, который естественен для России, который действительно может позволить решить вот эту задачку. Значит, последнее в этом первом разделе. 70% семей в Канаде и в США действительно хотят жить в частных индивидуальных домах пригорода. Это действительно так. Это устойчивый контингент, это то, что формирует ткань расселения этих стран, то, что формирует лицо национального пространства, и то, что действительно соответствует, в общем, идеалам и ценностям нормального современного человека. Индивидуальный семейный дом становится, естественно, более разнообразным, более зеленым, энергоудобным, оставляя деревянным все, что строится в этих странах, богатой Америке, богатой Канаде, все строится в основном из дерева, деревопроизводных материалов. Вот так все происходит. Значит, строительство домов ведется индустриальные методы. Меня поразила такая, значит, деталь. Министр на строительство говорит, у нас половина действительно, значит, Вадимова жилья это индустриальное строительство, а половина, говорит, индивидуальное. То есть человек не понимает, что вообще индивидуального строительства в мире как такового не индустриального нет. Понимаете? Все, что строится, строится индустриально только. Другого строительства в мире нет и не может быть сегодня. Значит, как делается массовый дом американский, не индивидуально, а массовый. Значит, это плита, приезжает 4 человека, приходит трейлер, и за 5 дней они собирают это хозяйство. Дешевый за 3 дня, дорогой за 10, ну и так далее, и так далее. Так и только так. Вот как из Икеи вы привозите, значит, себе 3 коробки, значит, там чего-то, собираете вот точно так же. Что еще? Конечно, все это строительство жестко контролируется, качество его жестко контролируется, и это на самом деле... Это то, что, ну как вам сказать, должно нас наводить на некоторые соображения, на некоторые мысли. Я как бы сказать, небольшой поклонник всего того, что происходит не в России, но я думаю, что эти люди потратили достаточно много сил, достаточно много денег, достаточно много усилий для того, чтобы выработать в условиях сходного климата, если угодно, некоторые оптимальные конфигурации. И к таким, конечно, относится тот тип дома, о котором я говорю. Массовый тип дома североамериканский. Их несколько, их много, это целая линейка. Но в основе этого, повторяю, лежат, в общем, очень доступные, очень простые, очень эффективные технологии, которые все время совершенствуются. И не обращать на это внимания, в общем, как-то говорить о том, что это там плохо или как-то еще, пока оснований нет. То есть к этому надо очень внимательно отнести. Что мешает строить дерево? Значит, начинается все с психологии. Как говорил один известный герой, значит, да, все у нас в мозгах, там, все в голове. Разруха в голове и всякое прочее. Значит, долгое время нас учили, что деревня это плохо, что вообще город это хорошо, деревенское звучало, значит, уничижительно и так далее. И вот то, что я говорю, в деревянных домах живут деревенские клубы, а богатые живут в каменных. Дерево недолговечно, пожароопасно, подвергается быстрому разрушению. Вы знаете, что это не так. Мы все знаем, что это не так, что дерево сегодня используют в многоэтажном строительстве, это экзотика, мы сейчас об этом не говорим, меня волнует, вообще говоря, не экзотика, массовое жилищное строительство. Это то, что мы должны решить и можем решить с помощью дерева. Что мешает строить из дерева? Второе, это госполитика, которая опирается на все институции власти, да? Это государственная политика, это ипотека, это град регулирования. Что такое град регулирования? Это не признание практически пригородов, это не признание сабербии, это не признание того, что люди хотят и могут жить в частных домах, построенных из дерева. Значит, если вы посмотрите просто на, не знаю, схемы территориального планирования и так далее, вы увидите, что я прав. Это действительно так. Вокруг Москвы, там, где должны быть совершенно другие районы, с другой плотностью, другой конфигурацией, на других принципах основаны. Мы строим опять эти 16-этажные, 20-этажные заборы. Вокруг Москвы возникло чуть не 4 почти миллиона города в силу просто несогласованности, рассогласованности, каких бы ни было действий между Москвой и областью. Но то же самое присутствует и, к сожалению, большому в других городах. Полное отсутствие зонирования, зонинга такой, который в мире существует, и, соответственно, разрушение городской ткани, все только во имя чего? Во имя поддержки вот этого конвейера, который был запущен при советской власти, а затем, так сказать, из социального жилья все это трансформировалось и превратилось в жилье коммерческое, не меняясь по существу. Значит, как строится вот все это ИЖС у нас? Действительно, серые схемы, непонятно как, непонятно, в общем, кто этим занимается. До 1500 метров, вы знаете, это все не идет в экспертизу. Это все можно строить на коленке самостоятельно. Соответственно, эти дома практически не имеют рыночной стоимости, потому что нет стандартов, выбросить их на рынок невозможно, ну и так далее, и так далее. Все это делается непрофессионально, плохо, бесконтрольно, и с этим надо бороться. Ну, я уже говорил о том, что, конечно, отсутствие современной индустрии деревянного строительства, деревообработки, деревопроизводных материалов, заготовок, неразвитых лесного хозяйства, утраты чудовищные, конечно, утраты, которые вообще любому человеку, так сказать, приезжающему к нам, глядящему на наши просторы и на то, что происходит, конечно, в общем, да, все это кажется, да, не вполне правильным и понятным. И, наконец, консервативная законодательно-нормативная база. Наверняка вы здесь об этом говорили, будете говорить, но это поразительно, что в стране, которая может и должна использовать этот ресурс, сделано все для того, чтобы этот ресурс мы бы не используем в принципе. Ну, я уже говорил о том, что деревянный дом дешевле каменного, 1 метр дешевле, и дешевле, конечно, в эксплуатации, если он разумно, если он грамотно сделан. Но при этом капитализация, как я уже говорю, обеспечена землей, капитализация квартиры падает. Ну и поэтому именно деревянный дом, индивидуальный деревянный дом, он дает двойной эффект, беспольно. Это тот эффект, который всем людям хорошо достаточно известен. Ну и почему дерево? Почему дерево? Потому что... да, это жилой дом обладает гораздо большей системной честностью, живучестью, гарантирует более высокий уровень надежности, он независим от ЖКХ, от соседей, лучше изолирован от потенциальных источников агрессии, более дружелюбен в случае природных техногенных. Не надо это объяснять. Да, почему индивидуальный дом эффективнее квартиры? Почему этот дом действительно системно гораздо более устойчив? Почему он независим? Почему любой я... прошу прощения, там, акт сложный, террористический, нетеррористический и так далее, который выводит и строит целое сообщество, так сказать, квартир и так далее, в случае индивидуального жилищного строительства, конечно, не наносит подобного ущерба. Это системная устойчивость. Ну и, наконец, эксплуатационные расходы, расходы на поддержание собственного дома в течение всего жизненного цикла существенно ниже, чем бетонного и каменного, и тем более ниже, чем в случае... Значит, понятно совершенно, сколько металла, сколько цемента на все это дело уходит, это само по себе, и понятно, что просто содержание индивидуального жилого дома это процесс, регулируемый самим владельцем. И больше того, сегодня в этой сфере значит, огромное количество вообще компаний работает с одной единственной целью – это повышение эффективности эксплуатации, это вопрос отопления, это вопрос кондиционирования, от которого все отказываются, и так далее, и так далее. Водопотребление, все это, наверное, вы знаете, здесь говорили о пассивных и активных домах. Почему дерево? Индивидуальный жилой дом становится областью новых высоких технологий особого рода. Вот это особенно как бы важно и особенно существенно, потому что внимание направлено именно на... внимание, условно говоря, тех областей индустрии, которые декларируют себя, которые позиционируют себя как зеленые области, которые опираются на все эти ЛИДы, БРИАМы, там, ДКНБ и прочие, значит, зеленые стандарты, они, естественно, совершенно предпочитают именно дерево. Говорю о вещах совершенно наверняка вам знакомых и вам абсолютно понятных. Но просто хотел сказать, что сейчас идет довольно любопытное такое движение в сторону сухой сборки, то есть минимальное, в общем, какое-то усложнение всех этих самых процессов. IKEA сейчас начала заниматься системой крепежа допускающего и демонтаж и так далее, без болтовыми соединениями. И все это, несомненно, через несколько лет, конечно же, проникнет в область деревянного домостроения. Ну и на этом я заканчиваю свой рассказ. Благодарю вас за внимание и хочу пожелать вам успеха.